Сотрудниками уголовного розыска Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Ленинскому городскому округу задержан 52-летний местный житель. Он подозревается в краже автомобиля стоимостью свыше 2 миллионов рублей. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Злоумышленник на электросамокате подъехал к автомобилю, припаркованному возле одного из домов на улице Донбасской. Используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, он похитил иномарку, установив поддельные государственные знаки. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. За что вы задержаны сотрудниками полиции? 158. А поподробнее? За угон автомашины. А вы вину свою признаете? Во дворе одного из домов в Москве полицейские обнаружили похищенный автомобиль. Видновским городским судом правонарушителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.